3 июня президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял проектного координатора ОБСЕ в Баку Алексиса Шахтактинского в связи с завершением дипломатической деятельности. Глава государства высоко оценил вклад Алексиса Шахтактинского в развитие сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, подчеркнул, что проекты, реализованные за истекший период, принесли хорошие результаты, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Проектный координатор ОБСЕ в Баку Алексис Шахтактинский отметил, что в период своей деятельности прилагал все усилия для развития сотрудничества между представляемой им структурой Азербайджаном, а также во имя благосостояния нашей страны.